Для маринада смешать в миске измельченный чеснок, имбирь, кориандр, соевый соус, мед, немного посолив и поперчив по вкусу. Утку натереть маринадом, полить соком лимона, накрыть пищевой пленкой и оставить в прохладном месте на 10 часов. Айву нарезать дольками и очистить от косточек. Зафаршировать утку. Утку переложить в противень и поставить в разогретый до 180 градусов духовой шкаф и запечь при температуре 160 градусов в течение 1,5 часа, поливая периодически утку образовавшимся соком. За 10 минут до готовности утки приготовить соус. В сотейнике смешать сливовый мусс с имбирем, соком лимона и 3 столовыми ложками образовавшегося сока утки. Массу довести до кипения, постоянно помешивая венчиком. На блюдо распределить слоем соус, сверху положить утку.